Уже в апреле следующего года архитектурная копилка мегаполиса пополнится новыми объектами. Это две ледовые арены, одна на 12 тысяч мест и вторая на 3 тысячи зрителей, а также атлетическая деревня. Все это строится для проведения масштабного спортивного мероприятия «Универсиады 2017 года. Всего на проект будет затрачено 139 миллиардов тенге. Проектно-сметная документация на сегодняшний день прошла государственную экспертизу. Она утверждена. Финансирование вот, согласно графика финансирования. И мы в срок до 1 апреля 2016 года планируем эти все объекты ввести в эксплуатацию. Сейчас строительство всех трех объектов идет полным ходом. Помимо возведения каждого здания, выделенная сумма включает в себя и подведение к ним инженерных коммуникаций. В Алатауские и Медеусские районы, где располагаются проекты, будут проведены магистральные сети электро-, водоснабжения, а также водоотведения. На это рассчитано 34 миллиарда тенге. Эти сети будут использованы не только для этих вот объектов универсиады. Это для на перспективу развития города. Мы этим развиваем. Все городскую инфраструктуру. В основном это Алатауский и Медеусский районы. Это те районы, те массивы, где не развита инженерная инфраструктура. Инженерная и дорожная инфраструктура. По предварительным подсчетам, на 28-е университетские игры в Алматы соберутся 3500 спортсменов. Фигуристы, сноубордисты, биатлонисты и хоккеисты. Амина Абдрахманова, Ёлкунжан Ашымжанов, телеканал Алматы.